Так, привет-привет. Сегодня я буду проходить очередной делик. Это уже четвертый подряд будет победный. Скорее всего, здесь у нас Иден, судя по всему, если я правильно понял, что это за герой интересный. Эдем с компасом. И с D8. Интересно, то есть у нее такие... И еще и с маслом. Ха, забавно. То есть у нее плохие статы стартовые. Сейчас я чатик открою. Секунду. Да куда там идти до Айзека? Так, Терзу отняли, еще меньше сделали. Нифига себе, сколько скорости дали. Зачем мне столько скорости, если я стрелять не могу? Я, конечно, смогу гениально доджить. Но стрелять я буду очень долго. Так, лестница. Якова. Смотрим, можно ли здесь что-то будет на этом этаже наобузить. Интересно, как я вот этих чуваков буду убивать с такой терзой. Полтора. Понятно. Пандора. Мне нужно нарать какие-то хорошие, адекватные статы. Какой-то длинный этаж. Нужно хорошие статы наролять и уже выкинуть нахер этот D8. Стой, не успел. Здесь мог бы чекнуть секретку. Хотя она, скорее всего, вот здесь будет. Так, плюс терза, минус урон. Что? Мне пока вообще не нравится, что происходит. Какие-то статы прям совсем никакие. Здесь нет секретки, окей. Раз, два. Тихо. Тихо, да блин. О боже. Давай так сделаем просто. Безопасно запинаем просто его. Монетки. Найс. Я, наверное, сейчас не буду свапать, я зайду к боссу. Возьму... Так, пауза поставилась. Убью босса, возьму предмет с него, и потом уже можно будет заролить. Сейчас какие-то запредельные статы дальности, то есть мне столько просто... А, мне сейчас лошадь даст. Понятно. Тихо. Тихо. Лестница, конечно, хорошая, очень предмет очень крутой. Ну вот D8 такой себе спорненький. А-а-а! Господи. Да... Я же сейчас сдохну на первом же этаже. Я уже боссами пару минут прохожу, наверное. Стой на месте, стой. На самом деле вот этот атаки урон получить позор еще полное. Ти-Джой.
Почему тебе Джой? Рейзер, здравствуй. Бобос, интересно. Нет, я Мэйтен. Так, лошадка. Вот, уже получше. Уже. Я не знаю, что мне с этим делать. Статы, конечно, очень плохие. Здесь нет секретки. А, подожди. Может быть, все равно секретка слева. Надо чекнуть еще, кстати. Две бомбы. Чекнуть, что дается. D8, он ведь какие-то свои статы использует, по идее. Ясно, здесь нет тоже секретки. Не хочу ее искать, типа есть варианты, но у меня столько бомб нет. Ой-ой-ой. Сейчас я. D8, Айзек. Не хочу забирать. Ну, я хочу, конечно, лошадь забрать, но... Так, стоп. У меня ужасные статы, поэтому... Просто не имею права. Так. В курсе трума не хочу в проклятую идти, поскольку у меня... ХП все-таки всего два, я еще не вижу сколько их. Нормально, хорошо. О, пятерочка, круто. Еще пятер, серьезно? Хакнули на деньги игру. Больше нет ключей, правда, есть куча бомб. Ну, не совсем куча, конечно. Да, блять, позор, позор. Позорюсь немножко. Пойду сейчас тогда к боссу сразу схожу, чтобы комната открылась дьявольская. Так, это у нас... нормально. Давай. Плюс терза, минус урон очень сильно опять. Видимо, все-таки мне не дадут нормальные статы из-за того, что он изначально очень плохой урон. Ну, стартовые статы очень плохие. Такс. Нормально. Думаю, с такой терзой и с бейбиком я смогу его... А-а-а! Это было нечестно, это просто было нечестно. Он просто толкнул своего друга. Бейбик, лестница. ХПшка. Я не знаю. Ладно, у меня сейчас 2 хп, я тогда схожу в проклятую. Ой, куда пошел? И заберу тогда хпшку. Хотя можно, в принципе, и на этот было пойти. Направо. Ну, скорее всего, можно напрямую, чтобы не тратить лишнюю бомбу, потому что у меня все равно там лишняя хпшка лежит. Угу. Еще я надеюсь, что здесь будут враги, чтобы я смог зарядить. Нет. Не заряжу. Найс. Идеально. Понятно. Так. Давай взорвем. И это тоже взорвем. О, чувак в коробке. Это очень круто. И найс. Здесь, по-моему, больше нечего делать уже. По-моему, я уже... Сделал все, что можно было, нашел. Можно попробовать секретку чекнуть вот
Здесь она может быть, и может быть наверху. Последнюю бомбу трачу. Да, нормально. Ну-ка. У меня сейчас 2 хп фул должен быть, по идее. Раз. 2. 3. 4. Теперь непонятно откуда. А, сюда. Пойду еще ткнусь. 2 раза и хватит. Раз. 2. Все. Жадная скотина. Все, двигаемся дальше. Не знаю, пока хочу ли я это. Тихо. Кстати, на вот этажах таких это забавно, что здесь лестница, ну, электричество будет работать практически по всему этажу, по всей комнате. Потому что здесь вода. Ну да, нормальные частоты. Вот, уже почти нормально. Скорости, правда, нет. Крутим дальше. Терза очень большая теперь. Очень низкий урон. Лестница немножко помогает. D6. D6 пригодится позже, конечно. Возможно, я его заберу. Возможно, я его заберу. Ай! Тихо, это было глупо. Ясно. Дальность 3.33, я только сейчас понял. Даже меньше, чем у этого. У темного Иуды. Или у Лазаря светлого. Испорченного светлого Лазаря. Мне нужно нормально накрутить. А, ой, я, кстати. А, ну нет, все правильно. Сейчас тогда возьму D6. С такими-то статами я убью его. Убью босса, возможно, откроется ангел. Если откроется ангел, у меня будет возможность слабнуть что-то. А, окей, простой босс. Дальность еще меньше стала, 2.25. Самый короткий брим на планете. Так, хп ап, тирзап. Хорошо, это я возьму, не буду слапать. 6 тирза. Можно мне удвоить урон тогда? Пожалуйста. И чуть-чуть тирзу уменьшить, я буду доволен. Так, у меня еще зарядить надо один раз. Мне тупо дальности не хватает, чтобы их убить. Я только за счет ладдера, за счет лестницы убиваю. Так, это локап. Окей. Много урона и уменьшили терзу вдвое. Посмотрим, когда я опять человеком стану, что из этого выйдет. Как там статы изменятся. Тихо. А, вот он так даже стал, прям здесь. Ну все, мне кажется, пора менять, потому что... А, подожди, дальность очень низкая. Блин, я не знаю. Дальность, конечно, очень-очень-очень низкая. Но при этом вот есть уже урон, есть уже терза чуть-чуть выше стандартных.
То есть я все-таки вылез с этого мусора бесконечно низкого. Скорости тоже нет. Не знаю. Один раз еще, если нажать. Хуже-то не будет, правда, хуже-то уже некуда. Просто скорость ниже стандартная, это дальность 4,5. Так, хорошо. А, круто, я заруинил опять. Давай. О, ангел. Ой, блин. Полетный? Это не полет, это... Зря, конечно, вот видишь, здесь бы D6 было бы хорошо. Аура прикольная, бейбик. Ну, бейбика возьму, потому что у меня уже... А, уже конжойн собрался, я понял. Возможно, мне еще на один свап хватит статов. Конжойн, конечно, с такой дальностью это немножко мемно. И здесь у нас... Ну, бомб нет. А, забавно. Нет, мне походу не хватит. То, чтобы свапнуть еще раз. Хотя в магазине может быть. Батарейка, я тогда даже батарейку куплю, я думаю. Найс, бомба упала. Сердечки есть, пойду бомбу потрачу. Посмотрим, что из этого выйдет. Забавно. Let's fly, файл. А, он сейчас не работает. Напильник. Напильник хорошая штука. Секретка тоже непонятно где расположена. Тоже какая-то странная генерация этажа. Эх. Свечка, свечка. Даже не знаю. О, батареечка, боже. То, что я хотел. Минус урон, минус терза. Бля. А, еще заряженный ключ. Тихо. Во-во-во! Блин, подожди, это бред какой-то. Не, дамага вообще нет. Я не знаю, это просто бред какой-то. Я не знаю, свапаю, короче, забей. Найс. 1.78 урон. Ладно. Идем дальше. Что поделать? Возьмись. Стой, собака. Наверное, все-таки стоило оставить D8 и ту тринку. И уже непосредственно практики. Использовать, когда у меня будет этот... стартовать, когда у меня уже был бы дурачок этот. Когда бы я его зазеле превратился. Так, нормально. По ХП нормально, по терзе нормально. Осталось найти увеличение урона, раз так в 15. Проклятая здесь нет, к сожалению. Ключей насыпало. Тихо, тихо, тихо. Это, конечно, сейчас электрическое безумие начинается. Я не знаю, пока-то эти этажи, они будут легко проходиться, но дальше с таким уроном ты ничего не сделаешь. Понятно. Блин, что такое себе. Самогаз будет. D6. Блин, а я же забыл. Боже, я забыл, что у меня D6. Надо к боссу идти.
Что я в прошлом... На прошлом этаже был у ангела. Он у меня появился. Точнее, он у меня не появился, но все равно попал через... этого, через сундук. Поэтому я могу теоретически два ангела подряд найти. Так, это я взорву, конечно же. Найс. Возможно, мне хватит даже на... этот... на карту. Хотя не знаю, нужна ли мне карта, если у меня уже компас есть. Я так и так уже представляю примерно, что да куда. Вау, 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 вау. Это круто, это круто. Ангел появился, круто. Терза еще. Пока еще не предел, так что нормально. Так, хп. А можно предмет-то, блин, я хотел предмет. Я тогда могу, знаешь, что сделать? Я могу... по идее... убить и свапнуть просто предмет. Типа я не буду сейчас второй кусок ключа брать, я просто возьму этот. Вот так вот сделаю. О, полет и хпшка. Хпшка мне уже не нужна, у меня и так уже 7 хп. Полет — это хорошо. Здесь, в принципе, нечего уже делать, а можно еще это золотое сердце взять. Осталось. Я не очень понял, где секретка, если честно. С одной бомбой еще. Вижу, что аж целых два человека смотрят, и никто не отмечает в чате. Немножко печально. Найс. Блин, 1.78 урона, это просто прикол. Тихо. Здесь больше нефиг делать. Здесь. Теоретически здесь может быть, да, секретка? Угу, хорошо. Две бомбочки. И... вероятно, вот здесь наверху. Найс. Прикольно. Интересная комната. Пустая, жалко. Так. Не знаю, брать ли мне компас, нужен ли он мне. Просто 5 бомб купить можно в теории. Можно вообще свапнуть, да, посмотреть, что будет. Пил мимик. Нет, мне не надо. Идем дальше. Пойдем чекнем, что там за мини-босс такой. А, пины. Настоящий мини-босс — это пин. Стрелять гвоздями с этим с задержкой. Забыл, как предмет называется. Пойдем туда сначала, входим сюда. А, окей, я понял. А, здесь именно такое расположение будет. Челлендж рум можно будет использовать, чтобы предмет потом зарядить уже ближе к концу. И полет — это, конечно, супер круто. Я надеюсь, что у меня получится не получать урон вообще теперь. Еще долгое-долгое время. А, он еще и этих вызывает. Так, пьюрити — это шикарно. Можно дамаг? Дальность.
Не знаю, не хочу урон получать, поменять ауру. С конжоиндом там не супер круто, конечно, большая дальность. Сильно разделяется, наверное. Хотя, наверное, угол один и тот же получается, так что хз. Лапка. Я даже не против буду, если мне дьявол откроется, тогда смогу немножко захавать. Ну-ка, подожди. А, карандаш. Карандаш круто, с терзой такой. Карандаш хорошо работает. Я забыл про D6. Здесь можно сломать. Ничего не получить. А, прикольно. Можно было, кстати, по идее, скипнуть эту темную комнату. В теории. Я что-то не знаю, смогу ли я ламбу убить с такими статами. Или мега сатану. По идее, мега сатана тоже должен засчитывать дели, хотя это... Кто-то говорит, что защита, кто-то говорит, что нет. О, урон наконец-то. 1.78. Боже, я удвоил, просто удвоил урон. Наконец-то это то, что, чего я ждал все это время. 6.74 терзает, 3.6 урона. Вот это очень сильно. Чтоб мясо. Ай, блин, я же планировал не получать урон. Я аж целый портал сделал. Так, а можно я сразу делируем и через портал попаду? Так, наверное, кубик мяса мне не нужен был, я думаю. Скорее всего, это ошибка была. Можно теперь в проклятую зайти и потом забрать сердце души. А, блин, мне же не точно. Чего бояться, если у меня так все хорошо? Там же нет шипов-то. Ну давай. Раминг спит. Нормально. Хелсап. Да куда мне, не нужен мне хелсап? Зачем? Зачем мне 7 сердец? Зачем мне столько? Ось. А, кстати, этот Purity сработало на дамаг. Это очень хорошо, считаю, у меня уже 7 урона. Прикольно, прикольно. Здесь больше нечего делать, в принципе. Так, ничего себе. Да, подоначу немножко. Если мне хпшку даст, я смогу слапать. Не хочу это трогать. Портал закончился, к сожалению. Хпшка. Аллер, привет. Я тут уже в середине прохождения, как видишь. Я не знаю, ты смотрел Делик или нет, он такой бездарный. Ты начинаешь, у тебя D8 и 2.5 урона и 2.5 терзы. Аллер, ты что, вместе со мной решил начать Делик одновременно делать? У меня тоже четвертый подряд идет сейчас Делик. Найс. Ну, типа, нет, я как бы говорю, что я там уже больше десятки сделал, но потом что-то один раз проиграл, когда пытался застримить. Так, не могу перезарядить. Я не знаю, я, если честно, не уверен, стоит ли его делать. Немножко, если вначале очень сильно терпеть надо, жестко, потому что там нет урона, нет терзы, вообще ничего. Корона сломана, тебе могут и мне за 10, тебе могут и за 10 деликов не дать. 40 тебе могут не дать. А могут дать за 8 примерно. Так, пробуй здесь чокнуть. А, да, здесь же шипы.
Корона сломанная. Корона сломанная, сломанная дель. Это достижение. Обещали патч в конце месяца. Уже конец месяца. Вот ждем. Вот там не говорит, что корону пофиксит. Просто патч. Но я надеюсь, что корона. Могут дать за 5, а могут и не дать, да. Анг. Анг мне не нужен. Да зачем мне жизнь еще одна? Если я не планирую умирать. Judgment. Magician. Она босс. А, это уже мать. Маша. Ладно. Если я не получу урон вообще ни от чего, то у меня все хорошо. Еще предмет. Королева сердец. Тихо. Ой, я не знаю, нужен ли мне этот выход из комнаты. А, да, я тогда сейчас возьму, я заберу вот эту хрень. Возьму дурака тогда. Может, дьявол откроется? Считай, здесь... А, здесь меня сейчас полироид выпадет. Кстати, могу заруинить себе делик, взяв полироид. Не взяв полироид, сапа. Хорошо, что дьявол открылся, потому что... У меня... А, окей, так. Эй. Зачем мне? Хорошо, что дьявол открылся. Почему? Потому что мне нужны предметы дьявола, мне не нужно 7 хп, это слишком много. Я могу взять тогда вот это. Могу взять это. И теперь я могу свапнуть это. Син, роба. Дэмэдж. Что-то прям совсем какой-то слабенький дэмэдж дали. Ну ладно. Теперь-то. Окей, я заберу вот эту херню тогда. Это полный мусор, как бы, но ладно, пусть будет. Потому что батареек больше нет, насколько я помню. Я заберу Анка тогда. А, есть батарейка, блин. Лучше бы, конечно, эту херню сапнул. Край makes me тут. Где тут? Здесь. Можно будет Judgment сейчас сыграть. Не, не хочу я... Хер с ним, с Маджишином оставлю как есть тогда. Блять, что я сделал? Зачем я опять взял Анг? Я же не хотел, хотел свапнуть. Боже. Чё с головой? Можно тогда, знаешь, как сделать? Пробовать найти секретку? А, у меня же сейчас золотая бомба, да? Можно найти секретку тогда. Вот так, да. Ага. Чё? Это вообще законно? Жесть. Сейчас я возьму вот эту штуку. Пойду покормлю попрошайку. А, даже так. Раз. Бля, плохо дело. Два, три. Я забыл, что у меня урон нельзя получать. Так, он мне дал херню. Я даже не буду ее тратить, сразу свапну. А, забавно. Больше не могу свапать, да, мне больше нечем. Секретка нашлась. G99 бомб. И Spirit Shackles. Так, медали с чего дали-то? Дальность, да, наверное? А нет, скорость, походу. Печально. Нужно добрать сердца тогда. Нет, вот здесь два сердца было. Так.
А зато теперь можно бомбы тратить бесконечно. Сколько угодно. Все, пойдем дальше тогда. Да, пойдем. Не увидел твое сообщение, что ты молишься. Ну да. Мне кажется, это единственное, что поможет тебе получить заветную корону. Только молитвы. Так, это не туда. Да, газ. Дагаз можно... терза, все, максимально терза. Дагаз можно с собой забрать. Типа, сейчас мне пофиг на темноту. Не такое уж страшное проклятие. В дальнейшем, конечно, может помешать. Спиддаун, спасибо. Какие-то пилюли плохие. Тихо. Блин, а чё... Ты видишь эту генерацию этажа? А чё она такая кривая? О, смотри, у меня кит. Кит со мной ходит. Нормально. Левитирующий кит. Или кашалот, наверное, будет правильнее сказать. Кто это? Это дура красно отвлекает немножко посередине. Так, убил. 2D кит, окей. Так, ну давай попробуем. Забавно. Тихо. Облачко дурацкое. Надо, блин, секретки, наверное, искать, да, если у нас только бомб. То, наверное, надо искать секретки. Потому что вполне возможно какой-то предмет найти. Чё? Так. А, пойдём сначала босса бахнем. О боже, отстань. Все, умри. Так, терза. У меня терза уже максимальная, но это, по-моему, больше капа дает, да? Но я все равно слабну. Тоже терза. Пойду поищу, может, другой найдет что-то. Так, секретку нашел. Юзлес монетки. Наверное, все-таки правильнее было бы сначала найти секретку, потому что... тут, видишь, этот был... Как его называют-то? Шопкипер. Умри. Я не знаю, где секретка здесь будет на самом деле, что-то вообще не... Какая-то плохая фантазия у меня. Здесь может. Может, я тупо на рандоме нажимаю, серьезно. Это должно быть какое-то понимание. Наконец-то. Так, пилюльки. Vacancy Forever. Hellbound, хорошо. Понятно. Так, синих сердец не было, да, получается? Зарядить тоже предмет негде, но можно теперь... можно теперь забрать, ладно, терзу, пусть будет... А, да.
И будет у меня костяное сердце. Такс. Че, все, дальше двигаемся. Вот. Здесь можно, в принципе, до газ нажать. Ладно, нажму. Блин, подожди. Раз, два, три. Локап. Может, мух дадут? А, прикольно. Синее сердце. Какие-то плохие пилюльки попадаются. Все, хватит. Давай еще одну и хватит. Найс. Ой, что теперь-то делать? Тыкаться больше не хочу туда. Терзу дали, смотри, 9.44 терза. О, господи. Так, мне сюда... А, мне сюда, наверное, да, надо все-таки. Как бы два варианта, либо сюда, либо не сюда. Видимо, сюда. Так, это у нас одни плохие пилюли. В этом забеге одни плохие пилюли. Хелдаун. Я подумаю, может, я нажму даже. Хотя, если дьявол выпадет, то она мне не нужна. Тихо. А плюс, видал, как я играл с Андрюми? А плюс упал. Умеешь так? Нет, здесь же оздоровление, да, и поэтому с А плюсом. По идее, должно быть больше оздоровления. Так. Нормально, нормально. Не хочу, правда, ему синие сердца, да, почему он мне требует. Хотя, там, по идее... Я пока оставлю здесь, я его заберу потом. А плюс... Пока я схожу на этот. Ну там Curse Room была. Проклятая. Или что, или просто уже идти, мне кажется, больше нихер делать. Мне кажется, можно просто идти уже вот с таким форматом. Потыкаться можно еще в машину, по идее, немножко. По сдаче крови. Найс. Это такая же секретка, как была. Так, мне что дали? Скорость. Кстати, да. Можно подождать, когда дойдут до маг, тогда идти дальше. Я думаю, тоже хороший вариант. Бля, серьезно? Это как? Это глупо урон получил. Кстати, вот хорошо, что я выкинул мафик этот. А плюс? Что я так урон криво не вовремя получил. А, все, вот урон, да? Это что, урон мне дали? Или что? Или дальность? Я не знаю, что это за аура. Сейчас, подожди, я посмотрю. Открою на ютубе.
Так, у меня 6.40 была дальность. Да, дали дальность, нормально. Так. Ничего себе. Конечно, не зря я походил сюда. Так, damage up. Все нормально. Теперь я иду опять, тыкаюсь в машину. Раз. Два. Три. Нет, четыре раза нельзя успеть тыкнуться. Раз. Два. Три. Два, наверное. Ладно. Окей, пусть будет. Урон дали, все, я доволен. А то я не буду брать. Хотя, если мне сейчас еще сердца выпадут, я еще нажму. Ну, я заберу. Если не выпадут, то не буду брать. Окей, я же могу вот так сделать. Блять, такой даун, зачем это делаю? Два. Три. Я забываю, что мне нужен урон. Типа, еще раз начинаю тыкаться зачем-то. Скорость. Мне не нужна скорость. Давай хп еще. О, муху дали. Я просто хочу хп. Это точнее атаку. Найс, сердце. Давай так. Так. Раз. Два. Три. Ну ладно, пойдет. Тогда я беру эту фигню. Ломаю машину, мне дают еще хп. Я иду. Иду дальше. Все, поехали. Все, в принципе. Конечно, зря это так долго затянул. Просто кучу времени потратил, да? Это не имеет значения. Забираю часа плюс, и можно двигаться. Немножко осталось, давай даже. Ну и как-то планирую не получать урон по возможности. Просто к боссу тогда буду идти. Еще хпшка. Ладно, пусть будет. Наверное, мне уже столько не надо, я думаю. Найс. Босс довольно близко расположен. Хорошо. Бля! Я чуть не обосрался сейчас с этой атакой. А, ясно, найс, а плюс. Батарейка откуда-то вылезла, непонятно. Так, все, дальше идем. Там какой-то был этот. А, там хороший вроде как был. Тринкет. Сейчас я их все-таки присоединю к себе поближе. Вот. Как-то так. Все. Получше, по-моему, выглядит теперь. Пойдем. О, у меня, кстати, D6. Это я потрогаю. Это я возьму. Это я тоже возьму. Еколи. А, не надо. Монетки, я думаю, мне уже не нужны. Мешок с монетками. Блин, опять у меня дальность взялась.
Подожди, а, все правильно. Идем налево тогда. Все очень близко, босс, по-моему. Блоуд. Ой, косяк. Какой-то глупый урон я получил. Все, изи победа. Бладигаст. Надо было раньше ее получать, а не когда я уже иду выигрывать. Ну, такой средненький делик на самом деле. Вначале чисто перетерпеть вот этот отсутствие дамага. Он меня даже стрелять не может, лол. С такой терзой. Причем он стреляет во все стороны, я все равно все пробиваю. Какая изи. 45 минут. Нормально. По очкам 16. 46, 48 тысяч. Нормально. Такой средненький делик. Есть, конечно, небольшие сложности. Вначале очень сложно, потом, конечно, очень потихоньку копишь дамаг. Можно выигрывать. Все. Спасибо за просмотр. Удачи и пока.